Вот сейчас я буду переходить к лакокрасочным работам. То есть вот эту, как говорят специалисты, горку я буду красить. Вот я ее отделяю от корпуса. Вот таким образом отделяю. Корпус ставлю в сторонку. Это левая часть, кстати. Левая часть от гармошки тульской. И этот, буду красить эту горку. Ну, подобрал колер подходящий, вот этот колер, он сходится. То, что фабрика покрасила, и то, что я подобрал, они одинаковые. Вот, и поэтому здесь с годами уже образовались такие налеты, что их довольно сложно счищать. Вот, проще покрасить и хорошей краской, и будет тогда толк, и будет выглядеть нормально. Вот краска, лак-шпрей называется, это вид краски. Поэтому буду сейчас рот закрывать и напылением красить эту запчасть, а точнее часть от гармонии. Теперь нужно оставить на некоторое время просыхать. Итак, работа с гармонией тульская продолжается.